Ночью мы отвозим обратно и стараемся прочувствовать, как у нас уходит не в бок растяжения, а вот в этот задний пучок. То же самое ладошка. Вот здесь уже не так сильно. Хотя нет, можно тоже попробовать ее покрутить. Внутрь не так, а вот наружу. Назад только. Больнее, значит, лезет куда-то надо. В растяжении мышц триггерная точка наша.